Всем привет! Сегодня коротенькая распаковочка вот таких вот наушников от компании Vivo прислали в подарок на Новый год. Если честно, не могу нигде найти, что за модель. Если знаете, пишите в комментариях. В самой инструкции все на русском языке, в открыточке, а здесь на наушниках, естественно, английский и китайский. Все запаковано вот в такую пленочку. Сейчас мы ее быстренько порвем и посмотрим. Просто визуальное первое знакомство. Звучать они будут, конечно, скорее всего, на среднем уровне. Ну, почему нет? Вот такие вот для спорта наушнички. Что у нас в комплекте? В комплекте сами наушники. Вот в такой вот штуке. Здесь у нас зарядный кабель. А здесь документация. В документации, точнее не документация, а дополнительные амбушюры. Амбушюры и крепления. Здесь у нас находится крепление для ушных раковин. Здесь документы. А здесь амбушюры для того, чтобы вы могли подобрать для себя необходимый размер. Сами наушники выполнены из гипоаллергенного материала, такой прорезиненный материал. Это металл, причем сплав такой достаточно тоже интересный, легкий. Наушники весят, наверное, сколько весит. Меньше, наверное, 20-30, может быть, 40 грамм. Визуально выглядит следующим образом. Есть кнопки управления, клавиша выкл, больше-меньше, и клавиша с наименованием трека, и USB Type-C для зарядки. Наушники, в принципе, современные, магнитятся. Какой у них звук? Ну, скорее всего, выше среднего. Поэтому, если интересно, надо найти название модельки и посмотреть, сколько они стоят. Постараюсь найти, если что, будут ссылки в описании. Спасибо за просмотр, подписывайтесь. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.